Так, у нас сегодня 12 марта 2022 год, Харьков, это Северная Салтовка. Капец, ты смотри, там он вообще плита раз. Это... Ну это они снарядами хуй... Я видел, да, не ругайся, я потому что не хочу. Я это потом выложу. Сюда прилетало 3 пакета градов. Я снимал с балкона, со своего, чтобы было понятно. Чтобы было понятно. Вот эта 16-этажка, которую мы видим на горизонте, это уже последняя 16-этажка. Дальше поля, окружная и гребаные мыши-братья эти, орки, мудозвоны. Посмотрите на школу. Это школа моего сына. Там нету ничего живого. Да, когда сюда упанула авиация... Сейчас я пакет заберу, я хожу. Так. Ну это было когда? Дня 3 назад, да? 4. Сейчас, подожди. Сейчас я сниму, подожди, я садик хочу. А садик там был садик или там что-то так административное было? Что там? Садик там был. Садик был, реально? Да, ну садик, я не знаю, там... Не, ну детей я понимаю, что вывели. Эпический караул. Что же вы за мудаки, а? Это жилой район. Тут самый военный объект, это шиномонтаж. Твари вы гребаные. Что вы здесь бомбите? Лянь, что творится. Лянь, что творится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В общем, здесь метров 400, да, сколько до той 16-этажки. Это наша последняя линия, ну, крайняя точка, где наши военные. Дальше уже идут эти... Тут невозможно, блин, я вам говорю, как человек воевавший, что невозможно оттуда градами бить, вот с этой 16-этажки. Грады лупят минимум с 1,5 километров. Это минимальное расстояние, с которого может ударить град. То есть по этим 16-этажкам прилетало 100% сыркунов, где сидят эти мудозвоны орки. Мыши-братья. Ты знаешь, что я думаю? Они бомбят тепло, вот эти все разбомбили автономные. А вот, смотри, уже, смотри, что творится. Это сейчас прилетело. Вон дым. Ой. Ну, уже горит. Гореть вам аду, вот неверующий я человек. Чтоб вы сдохли, мудоз... Не, ну мы-то поможем. Ну, не берут, что? В армию не берут, ты понимаешь? Не бер... О, полетело, я видел, прям полетело сейчас. Прямо между домами полетело, черт, я даже не знаю, оно попало в кадр. Твари вы гребаные. Вот там между 16-этажкой и 9-этажкой. Ну, смотри, вон разрыв наверху, видишь? Вон, вон, видишь? Да, ну, конечно, вижу, но я тебе говорю, я снимал это, как, я не помню, нет, 3 дня назад. Оно прилетело 1 пакет градов, они подождали 20 минут, они же видят визуально, через эти дома им видно, куда они попадают. Посмотри на этот дом. В общем, через этот дом пролетело, взрывная волна его обогнула, вынесла все стекла в садике, который за этим домом. Вынесла стекла в доме, который следующего там стоит. Не берут. Вот харьковчан сейчас не принимают ни в армию, ни в тероборону, потому что забито все, укомплектовано. Каждый хочет за ваше горло подержаться, братья, мыши-братья.
Вы просто не понимаете, на что вы, блин, ребята, не на тех напали, я вам серьезно говорю. Вы прозреете, вы реально прозреете. Прощайтесь там с Российской Федерацией, как с Советским Союзом. И кто еще помнит, с Российской империей. Вам кобздец, я вам гарантирую. Вам просто кобздец. 12 марта 2022 год, Харьков. 14.53. По Киеву, гнедоты, блин, по Киеву. Тут не будет вашего вонючего московского времени, блин. Да и Москвы скоро, наверное, не будет. Будет какая-нибудь Москва-Астан, блин. Ёханый бабай. Чтоб вы сдохли.